Сорт томата «Сибирский помидор». Это высокоурожайный, устойчивый к болезням, среднеспелый, замечательный сорт. Вкус среднего размера, высотой от 80 сантиметров до метра. Куст требует умеренного формирования и подвязки. Плоды округло-сердцевидной формы, красные с золотистыми штришками. Яркие, очень красивые, без пятен и трещин, плотные и легкие томаты. Масса бывает от 90 до 140 грамм. Первые помидоры, конечно, покрупнее, чем ближе к завершению сезона. Томаты становятся мельче. По вкусу они сладковатые и имеют очень сильный аромат. Очень хорошо подходит для консервирования сорт и для засолки. Так как они плотные, легкие, то при солении они не разваливаются. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.